Здравствуйте, коллеги. World Food 2021 вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Сергей Жемчугов. Я представляю компанию «Замин Альян Макс». Наше производство находится в Узбекистане. Мы занимаемся экспортом плодово-овощной продукции, в частности, фруктов и овощей в Россию. У нас здесь свои РЦ, и мы представлены на всем ритейле здесь, в магазинах. Давайте сразу поконкретнее. Какие конкретно фрукты, овощи вы к нам привозите? Ну, это сезонная работа. Сейчас на данный момент это виноград полностью всех видов, гранат, хурма. Также уходим глубоко сейчас в сезонность болгарского перца, томатов и так далее. Все сезонно на самом деле. Все сезонно. Замечательно. Скажите, были несколько спикеров, которые говорили, что в сезон пандемический увеличился спрос на фрукты, овощи. Скажите, вы на себе это тоже почувствовали? Да, естественно, это увеличилось и в разы увеличилось на самом деле. Пандемия сыграла существенную роль в этом направлении, и власти начали помогать, соответственно, стало намного проще. И документальная таможенная очистка и так далее. Все моменты. Пандемия, мне кажется, повлияла, сделала. Положительно. Люди задумались о здоровье, стали кушать больше качественной пищи. Расскажите. Люди задумались сразу же о здоровье почему-то. До пандемии не думали, да. Стали потреблять больше фруктов и овощей. Так, это хорошая тенденция. Расскажите, пожалуйста, да, может быть, какие-то у вас желания и, может быть, у вас какие-то пожелания к нашей выставке, чего бы хотели здесь увидеть, с кем бы пообщаться, может быть, чего-то не хватает здесь, или, может быть, поделитесь своими планами на развитие вашей компании в следующем году. Выставку посещаем мы не первый год, стенды свои выставляли в том позатом году. В этом году мы здесь встречаемся с представителями ритейла, это «Вкус Вилл», «Азбука вкуса», «Магниты» завтра должны подъехать с Краснодара. И мы с ними обсуждаем взаимоотношения и дальнейшее развитие, чтобы прилавок у нас был красивый и люди были довольны. Нам, конечным покупателям, хочется, чтобы ваши переговоры прошли успешно. Спасибо вам большое за интересное общение. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.